Добрый день, мои дорогие зрители. Я сегодня сняла видео опять про одежду, опять про наряды. Я понимаю, что сейчас это, видимо, тема, которая не очень интересует многих, а, скорее всего, интересует совсем не многих. Хотя, если честно, то, прошу прощения, у меня свет дневной, поэтому у меня меняется все время освещение, потому что то становится светлее картинка, то темнее, потому что солнце выходит, заходит. Я по своим просмотрам вижу, что мои видео про одежду, про наряды, про комплекты, которые я собираю, про примерки, набирают до сих пор намного больше зрителей, чем мои видео, которые я снимаю. Я снимаю их немного, но у меня есть несколько о том, как я работаю из дома, о том, что давайте оставаться дома, и про карантин, эпидемию, и вот про все вот это вот. То есть я понимаю, что просмотры и лайки показывают мне то, что люди продолжают смотреть такие видео, и людям нравятся такие видео, и люди хотят видеть до сих пор такие видео. И, наверное, такова природа человека, что люди, несмотря ни на какие обстоятельства, хотят видеть красивое, хотят развлекаться, хотят видеть что-то интересное, что-то, что поднимает им настроение, что-то, что дает им надежду и, возможно, так сказать, вселяет в них какие-то положительные эмоции. Я вот стараюсь как бы снимать такие видео для своих зрителей, да и, собственно, для меня, потому что мне вот эти все примерки доставляют удовольствие, хотя теоретически как бы, ну вот куда нам все это носить? Но я все равно верю в то, что наступит момент и настанет время, когда мы все начнем это носить, и мы вернемся в нашу нормальную жизнь, и как бы наступит этот момент. Вот, поэтому я продолжаю это снимать, но если вас это раздражает, вам это не нравится, и вы считаете, что это не ко времени, не в тему, то, конечно, не смотрите, я прекрасно это все понимаю. Хорошо, теперь перейдем к теме. Сегодня у нас тема черно-белые наряды, черно-белая классика. Черные и белые цвета вместе сочетаются прекрасно. Это самое легкое сочетание, самое простое, самое традиционное. Опять же, поковырявшись в своем гардеробе, опять же, поискав те вещи, которые у меня висят, и которые я не знала, как сочетать и с чем сочетать, я их одела вместе, сделала какие-то комплекты, и, в общем, с тем, что на будущее, когда мы, наконец, выйдем на свободу, мы сможем это все носить, и я смогу это все носить с превеликим удовольствием. Я надеюсь, что вам понравится, вы получите удовольствие. Кстати, первый комплект, не комплект, вернее, это просто платье. Оно не совсем черно-белое, оно такое черно-бежевое, но, в принципе, где-то вот в тему. Я просто его надела, потому что я его люблю, оно мне нравится, я хотела вам его показать, уже его буду использовать. Вот, все, давайте смотреть. Надеюсь, что вам будет интересно.
видео такие образы. Я надеюсь, что вам понравилось, я надеюсь, что вам было интересно, что вы получили удовольствие, получили какой-то заряд позитива. И я надеюсь, что мы все вместе переживем эти тяжелые, трудные времена, и все наладится очень скоро, и очень скоро мы вернемся к нашей обычной жизни, к нашим примеркам, к нашему хождению по магазинам, и все будут здоровы, и как можно меньше людей заболеет, и как можно меньше людей пострадает от того, что сейчас происходит. Я действительно очень на это надеюсь, потому что мы все в одной лодке, и мы все одинаково переживаем и волнуемся, и то, что я вот делаю эти все примерки, не значит, что я, моя душа спокойна и весела, но я пытаюсь оставаться позитивной, держу себя в руках и в каком-то таком расположении духа, которое более или менее, в общем, вы поняли, о чем я говорю. Всего доброго, дорогие друзья, желаю вам здоровья и всего самого наилучшего. Увидимся в следующем видео, пока-пока, бай!